В Балашове вынесен приговор трем бывшим сотрудникам теплоснабжающих организаций. Было установлено, что более 33 миллионов рублей похитили главный бухгалтер, начальник службы снабжения и бухгалтер-кассир ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети». Деньги на оплату газа сотрудники выводили из организаций якобы на закупку необходимых материалов, а на самом деле присваивали. Все это происходило в период с января 2013 года по май 2015. Сотрудники свою вину полностью признали. Приговорами суда главному бухгалтеру назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, начальнику службы снабжения в виде 4,5 лет лишения свободы, бухгалтеру-кассиру 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима каждому.